небом венчан, Божьей волей сотворен. Когда путь земной окончен, путь небесный отворен. На земле и вдоль печали, скорби и потери тут. Люди здесь Христа распяли, а на небе не распнут. Из последних сил держаться, все напасти претерпеть, все молиться и стучаться, благодарно небу петь. Господи, прости, света, воплощение любви, чтобы не забыть про это, Матерь Божью призови. Человек, ты образ Бога, постарайся не плашать. Приведет тогда дорога к ангелам в небесный рай. Из последних сил держаться, все напасти претерпеть, все молиться и стучаться, благодарно небу петь. Господи, прости. Господи, прости. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях дуэт современной православной песни из города Новосибирск. Олег Минаков и Ольга Петухова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, эту передачу мы решили начать с более такой лиричной песни. Как-то он меня сподвигло написать. Просмотр телепередачи, тоже здесь на канале «Союз», «Чистый образ». И вот мне просто понравилось вот это название. Вот, и написали стихи, потом я написал музыку. И получилась вот такая лиричная песня. Вообще в этой части мы попробуем исполнить песни, написанные к православным нашим праздникам. А когда ее просят вас петь? Спойте песню «Господи, прости», да? Она написана недавно, в общем-то, еще ее... Нет, начинают подпевать. Повторяющийся припев начинают люди подпевать. И как бы молимся все вместе, покаемся все вместе, но... Здорово. Да, стараемся так сделать. Хорошая песня. Вот. Ну, по праздникам так получается, что иногда же ведь люди не знают, ну, какие-то вот общие... Те, кто воцерковлен, конечно, ходят, и информация есть. А вот давайте начнем с рождественской ночи. Да? Рождество у нас самый первый. С этого все началось. Самый первый праздник, песня, который мы. Стихи Нины Васильевны Карташовой.
«Рождественская ночь». Тиха эта ночь, как прозрачна она, вдохновенно глядят небеса. И в объятиях глубокого зимнего сна ожиданием дышат леса. В эту тихую ночь беззакатной звездой мрачной бездне утраченных лет загорелся впервые над грешной землей христианство божественный свет. От семиконечной радостной звездой лучится и мерцает Новый год. И ангел-вестник золотой трубою приветствует рождественский восход. В эту ночь улыбнулся младенец Христос с бесконечной лаской любви людям, братьям своим, утомленным от слез, утонувшим в грехе и в крови. В эту ночь легкокрылых небесных гостей будто слышится пение вдали, и лучистые звезды сияют светлее над снегами холодной земли. Колеблются воздушные одежды, и время замедляет вечный бег. Царит любовь, сбываются надежды, алмазами горит чистейший снег. Свет разума восходит над землею, начало жизни слова с нами Бог сливается с божественной зарею, души неисчерпаемый поток сливается с божественной зарею, души неисчерпаемый поток. Чувствуется рождественское настроение. Хотя еще есть время до Рождества. Конечно. Это к слову о том, что многие люди думают, что православная песня – это что-то занудное, заунывное. Мы пытаемся показать, что это радость. Что это радость? Прежде всего радость. Радуйтесь, сказал Христос, и радость. Где? Будьте как дети. Поэтому стараемся вот настроение менять песни. Да, вот и еще одна песня, которая посвящена такому празднику, как «Вход Господень в Иерусалим». Mm-hmm. Эту песню я написал на стихи Елены Ярковой. Это женщина из города Челябинск. Но припев, мне не хватает припевов иногда, я дописал сам с ее разрешения. Вот она слышала, ей очень нравится. Итак, «Вход Господень в Иерусалим». Народ во след кричал ему «Осанна!» И ослик был испуганный под ним, что встал сегодня утром очень рано.
когда Господь входил в Иерусалим. Сияли лица радостью вокруг, ветвями пальм махали им навстречу. И ослик, самый близкий Божий друг, вез Господа, чье тело искалечат. Сияли лица радостью вокруг, он завещал нам просто жить любя, друг другу помогать в беде и скорби. И в жертву ради нас принес себя и воспарил навечно выше смерти. Нам невозможно жить здесь, не любя. Из-под копыт клубилась пыль дорог, вдвоем они друг друга понимали. Осленок маленький, сущий Бог, а то бы им дороги не давали. Из-под копыт клубилась пыль дорог, слеза Господня падала на лоб. Осленку, а вокруг рукоплескали. И понял серый радоваться, что за боль людскую плакать им вначале. И слезы Бога падали на лоб. Он завещал нам просто жить любя, друг другу помогать в беде и скорби. И в жертву ради нас принес себя и воспарил навечно выше смерти. Нам невозможно жить здесь, не любя. Возможно жить здесь без тебя. Спасибо, Господи. Песня. Ну, когда вы выступаете, вы составляете определенную, да, под определенную аудиторию себе репертуар. Это же видно, да, где что можно петь. Да, конечно. Если это там, допустим, дом престарелых или какой-то концерт в ДК для сельских жителей. Вот. Вы знаете, вроде мы так вот стараемся подстроиться, но с другой стороны, я смотрю, что на серьезные такие концерты наши приходят мамочки с детьми, семьи приходят, и детки маленькие высиживают, удивительно, слушают целый концерт. Хотя, казалось бы, мне все время удивительно, что они понимают, в общем-то, потому что это же, ну, тема серьезная, в общем-то, завтра. Мы, конечно, стараемся выстроить. Ну, вот, благозвучно чтобы... еще достаточно все это. Да, и вы знаете, да, вот вы... А вот после вот этой вот песни, вот «Вход Господень в Иерусалим», у нас вот очень часто подходят, спрашивают, где вот ее можно взять, чтобы спеть именно с детским хором, потому что не хватает вот такого вот репертуара, да. Вот почему-то она получилась такая немножко детская, но, с другой стороны, в ней же все сказано. Да. Вот. В ней все, и трагедия, и трагедия, и любовь, да, и радость, и без радость. Которой мы жить. И любовь, да, любовь, она прошла через... Вот, поэтому стараемся вот так вот выстроить, чтобы всем было понятно. И людям понятно, воцерковленным, и людям первый раз пришедший. Недавно, кстати, у нас мужчина один пришел, я его давно уже знаю, он никогда не ходил, и ему тут так случайно сказали... Вот, и он подходит после концерта. Под конец концерта он уже начал кричать «Браво!» и говорит: «Я думал, православная песня, это я сейчас тут усну, у вас все». А вот на Троице как раз мы делали концерт, делаем традиционный концерт на Троице. И он такой ушел счастливый, понимаете, а тоже уже в возрасте мужчина, видимо, сильно не... Вот. Наверное, заставляет все-таки задуматься. Через песню, мне кажется, могут люди прийти, подумать о смысле жизни. У меня тоже такое на концертах бывает, там подходит. Я вообще-то материалист. Да. Ну, и Бога, конечно же, нет.
Ну, мне очень интересно, как вы, православные, отдыхаете. Мне очень понравился концерт. Вот бедные, они заскорузливо своей гордыни. Люди, которые... Я понимаю, что они не хотят менять идеалы. Они считают, что это дело ниже их достоинства. Принцип, да? Это принцип. Вот глупый принцип. Я коммунист. Потому что многие же фильмы на этом построены. Помните, как это все? Конечно. Это что, за это умирали, за эти идеи. И, может, идея-то хорошая, чтобы человеку жилось хорошо на этой земле, да? Почему бы нет? Но без Бога-то это невозможно же. Это правда. Вот. И вот они ходят и бродят вокруг концертов. Может быть, через какой-то концерт раз зайдут. Сначала слеза какая-нибудь вот пробьет их. Потом они вместе порадуются и поймут, что они очень много пропустили в этой жизни. Надо сказать, что песня тоже немало поспособствовала тому, что вот я сам стал глубоко верующим человеком. Песня мне очень помогла. И вот поэтому, может быть, поэтому я тоже начал писать песни. Думаю, вдруг кому-то тоже поможет. То есть это действует. Желание какое-то делать доброе дело, ну, да? Конечно. Нести добро. Абсолютное желание. Ну, да. Помните, когда вот, самая страшная детская мысль, когда узнаешь о смерти, как это вот все кончится, сегодня есть солнышко, завтра нет, я умру, и меня съедят черви, понимаете? И это же первое, ведь наше, как сказать, мы задумаемся мне первый не раз. Будут, как все плакать. Как так? А зачем тогда? Да, и так коротко это все. Вот, и поэтому мне кажется, что даже самый-самый глубокий атеист, он все равно задумывается, а что конечно. Там? Что там за тем пределом и так далее. А мы своей песней, и песни, естественно, и понятно уже потом, уже когда человек приходит, уже понимаем. Мне кажется, что это атеизм – это один из видов трусости. Конечно. Человек не хочет задавать себе главный вопрос. Да. Что будет с ним в вечности? Да. С чем он туда придет? Поэтому лучше об этом... Не думать. Нету, да? Закрыть глаза. Да, я подумаю об этом завтра. Страус такой. Да. Вот нету и нету. Расскажите немножко, вот есть еще время второй передачи нашей, о вашей жизни православной Новосибирске, культурной. Вот это, как там все происходит? Есть концерты, фестивали, что у вас? Концерты есть, да, несколько коллективов у нас. Это, ну, город большой, 1,5 миллиона. Mm. Ну, мы постоянно участвуем. Вот и традиционно делаем на Рождество концерт, на Троицу уже который год. А где вы это делаете? В ДК каком-то? В доме культа, в различных ДК договариваемся. Вот по месту жительства, где мы живем, там рядом. Приглашают в другие учреждения. На храмовые праздники. На храмовые праздники. Так, а приглашаете? Вот, допустим, я приеду в Новосибирск. Конечно. Мы вас приглашаем уже. Кто-нибудь придет там? Придут, соберем людей. Придут, да, потому что людей эта тема интересует. У нас, может быть, она не очень как-то сильно вот такая самая одна из актуальнейших, как, допустим, вот в Средней России, все равно это вот больше. Но, тем не менее, мы видим, что люди к этому тянутся, люди приходят. А есть места, где вот православные собираются просто для неформального общения? Ну таких площадок много, наверное, там. Ну, где? Ну вот мы организуем такие площадки, потом фестиваль вот у нас существует, фестиваль «Ковчег». Благовест. Благовест. Фестиваль, да. Пасхальный. Вот. Надо больше общаться. Хотелось бы больше, конечно. Да, такого какого-то глобального фестиваля пока нет, может быть, потому что в силу нашей удаленности. Очень далеко. Но мы как бы поставили цель своей создать такой серьезный фестиваль в Новосибирске. Угу. И будем стараться к этому. Мы поэтому приглашайте, да. Конечно, обязательно приглашать будем обязательно всех. А я вас приглашаю постарали. Каждый четверг здесь, в Петербурге, такое место есть неформальное общение для православных. Кафе «Пастораль». Обязательно. И каждый четверг в 19:00 у нас разные исполнители. Вы попоете у нас. С удовольствием. Покажете себя, люди приходят. С удовольствием. Ну, пришло время финальной песни нашей передачи. Ну, своих я как бы себе поставил задачу написать песни на все православные праздники. И никак не мог обойти такой праздник, как Троица. И написал эту песню 3 года назад, буквально накануне Троицы. Она называется «Троица пришла».
лягушка сели, голубь и голубка, и воркуют мило, несмотря на дождь. Наша жизнь земная все-таки загадка, не поймешь, пока не проживешь. Не поймешь, пока не проживешь. Плачет небо, плачет, все закрыли тучи, на душе тревожно, ветер ледяной. Буря, непогода, милых не разлучит. Посиди, любимая, со мной. Помолись, любимая, со мной. Перед образами мы попросим Бога чистоты сердечной, света и тепла. Горяча молитва, верная подмога, вот уже и Троица пришла. Вот опять к нам Троица пришла. Сегодня зелены все краски, обновление новый день пришел. В день пятидесятый после светлой Пасхи Дух Святой к апостолам сошел. Святый Дух к апостолам сошел. Скошенной травою храмы устилают, образа обнимут веточки берез. Горе и печали в этот день растают, так легко и хорошо от слез. Искренних и покаянных слез. Плачет небо, плачет, все закрыли тучи, на душе тревожно, ветер ледяной. Буря, непогода, милых не разлучит, ведь они молитвою с тобой навсегда молитвенно с тобой. Спасибо, Господи. Очень проникся вашим творчеством. У вас такое, знаете, оно... Сначала слышишь вроде как так, потом постепенно проникаешься, и уже такое подпадаешь под ваше обаяние общее. Хорошо, я думаю, что это надо продолжать. На этом, конечно, этот путь трудный, вот, можно сказать, миссионерский, такой подвижнический. Но и радостный. Радостный одновременно, да. Потому что то, что сейчас необходимо. Да, вот это так, сейчас необходимо. Век, ну, все, уже надоело, уже все наелись уже вот этой, да, вот. Много зла. Плохим. Вы меня, можно сказать, убаюкали в хорошем смысле. Главное, чтобы не усыпили. Заставляли меня просыпаться, можно сказать. Хорошо. Ну, все это в таком добром плане. Так что в Петербург у вас есть какие-то намерения еще возвращаться, какие-то фестивали, что-то, какие-то планы? Мы с радостью, вот мы уже участвовали в одном фестивале «Невские купола», вот осенью 2015 года. Угу. Даст Бог, может быть, и этой осенью удастся. Но все-таки далеко до вас. Далеко от Новосибирска. Расстояния большие. Вам надо сначала там осваивать, наверное, ну, вот эти города ближайшие. Ну, у нас, да, Сибирь, в принципе, большая тоже, да. Города рядом. Я очень хочу в Сибирь, вы не представляете. Так вы приезжайте. Мы очень приглашаем. Мы вас приглашаем, конечно. Насколько можем, организуем, а там... Как да хоть просто побывать. И побывать что, тоже, что сказать, я был в Сибири. Вот это уже, знаете, уже как-то мне по-другому будет, меня будут воспринимать. Конечно. Нет, вообще нашу страну, конечно, я думаю, нужно поглядеть даже вот из вагона поезда, потому что оно все
настолько... Может, новые песни появятся. Потрясающие песни появляются. Обязательно появятся. Да. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами были гости из Новосибирска. Православный дуэт современной православной песни Олег Минаков и Ольга Петухова. Божия всем помощь и ангела-хранителя. Спаси Господи.